Здравствуйте, уважаемые зрители! Как видите, прошло совсем немного времени, и у моего помощника уже изменились технические параметры. В первой части было видно, как этот аппарат подключался к мотоблоку с жесткой сцепкой на болтах. Мне нравилось то, что каждый раз надо было заводить мотоблок, выезжать на улицу, подсоединять к этой машине, а затем опять отсоединять, все прятать по гаражам. И было принято решение поставить сюда автономный двигатель. Двигатель был куплен китайский, мотоблочный, четырехтактный, 7,5 лошадок, как пишут. Но, к счастью, двигатель оказался такой малогабаритный, и поэтому он не сильно выделяется из общей конструкции. Запуск двигателя происходит при ослабленном ремне, ну а затем такой импровизированной кареткой делается натяжение ремня и плавный пуск всего механизма. И в конце этого видео видно хорошо, как останавливается двигатель, как ослабевается ремень, и идет полная остановка и механизма, и двигателя. Да, еще из доработок немного был расширен стол под конусом колуна, и было изготовлено новое опорное колесо. Оно такое уже более мощное и уже не боится нагрузки. Но оно получилось двойное. Смотрите видео до конца, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Гаражные Самоделки и до новых встреч. Ну а я пошел заготавливать дрова, рубить, колоть, пилить.
Спасибо.